Накануне в СМИ появилась информация, что вот уже 2 месяца находящийся в клинике спортсмен якобы злоупотреблял спиртными напитками. Сегодня СМИ сообщили о положительной динамике в состоянии 46-летнего Романа Костомарова. Если верить информации источников, фигурист наконец-то начал приходить в сознание после комы. Между тем, в интернете продолжают распространяться многочисленные слухи о спортсмене. В частности, один из ресурсов накануне сообщил, что Роман Сергеевич, якобы, страдал от алкоголизма. Ясность в ситуацию поспешила внести Анастасия Гребенкина, которая утверждает, все подобные сплетни публикуют недоброжелатели. Обсуждать продолжают и бурную личную жизнь Костомарова. Известно, что после 6 лет совместной жизни Оксана Домнина закрутила роман на стороне, влюбившись в Владимира Яглыча.